Ли, я думал, ты спишь. Я знаю, что ты поздно работаешь, дедушка, и принес тебе чаю. Что бы я делал без твоей помощи? Я изучал древний свиток, который нашел на раскопках в Непале. Дедушка, ты думаешь, что мы должны знать секреты наших предков? Понимание прошлого, Ли, поможет нам лучше понять настоящее и будущее. Ты мудрый человек, дедушка. Но даже мудрым людям нужно спать. Я поработаю еще немного, а ты иди спать. Хорошо, дедушка. Спокойной ночи. Помогите! Дедушка! Ли! Дедушка! Помогите! Дедушка! 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 Спасибо. Если вам станет что-нибудь известно о докторе Чой, сообщите. Извини, Брюс. Власти Китая в растерянности. 6 дней назад жители этой деревни видели огромного скорпиона. Скорпиона? Это похоже на легенду. Такой образованный человек, как доктор Чой, не поверил бы в это. Здравствуй, папа. Тибоп и я. Мы тут. А это правда был огромный скорпион? Я сомневаюсь в этом, но доктор Чой исчез. Я должен выяснить, почему. Здорово! Собирай свои болтики, Тибоп! Мы отправляемся в Китай! Чтобы искать огромного скорпиона, это называется «Восток встречается с Западом». Здесь никого нет. Давайте выбираться отсюда. Пойдемте лучше вон туда. Не нужно бояться, Тибоп. Мы должны докопаться до истины. Вот этого я и боюсь. Кажется, никого нет дома, Тибоп. В опасности этикет не соблюдают. Давайте осмотрим кабинет. Кто будет работать в такой обстановке? Тибоп, а мы с тобой осмотрим остальной дом. А я как раз подумал, что давно не проверял, что там у меня в расписании. Что это? Я думаю, что это находки из последних раскопок доктора. Он надеялся отыскать потерянные сокровища Кублай-Кана. Кажется, он смог найти только неприятности. Мы чуть не столкнулись. А чего ты так испугался? Это просто пустой дом. Это не пустой дом. В пустом доме не будет такого шума. Я не знаю. А кто-то хочет поиграть в пинг-понг? Я видел, как он унес моего дедушку через окно. Больше я его не видел. Это было 6 дней назад. Как я рад, что ты приехал, Брюс. Ты в самом деле видел огромного скорпиона своими глазами? Угу. Мало ли что может показаться, особенно ночью. Но я его видел. Идемте, я покажу вам, где это было. Ш-
Что ты там ищешь? Средства от насекомых. Все люди разбежались, когда увидели Скорпиона. Они боятся возвращаться сюда. Ли, ты сказал, что с той ночи в деревне никого не было. Да. Брюс, взгляни-ка сюда. Что это, папа? Это больше похоже на следы гусениц, а не скорпиона. Думаю, наш монстр может оказаться машиной в виде скорпиона. Ну да, а он сидел за рулем. Бензин, они повредили топливный бак этим камнем. Твоя догадка верна. Если я прав, то внутри этого скорпиона мог прятаться Мейхем. Анализ топлива завершен. Высокооктановый бензин, который использует только группа Мейхема. Спутниковая связь. Мэтт Трекер вызывает компьютер. Начать отбор персонала для выполнения задания в Китае. Брюс Сато на месте. Рекомендуемый персонал. Хонда Маклин. Тактика, стратегия, специалист по оружию. Кодовое имя – Ураган. Дополнительное вооружение для операции. Алекс Сектор. Специалист по средствам связи и компьютерам. Кодовое имя Рино. Эксперт в области зоологии. Подбор группы завершен. Думаю, эта история как-то связана с сокровищами Кублай-Кана. Мейхем может унюхать сокровища, находясь за два континента. Да, даже если ветер дует в другую сторону. Следы от гусениц прерываются у Великой Китайской Стены. Не понимаю. Не мог же скорпион раствориться в воздухе? Это невозможно. По следу скорпиона можно пойти и другим путем. Мы вернулись на верную тропу. А это естественная преграда на пути нашего следования. Мэтт, осторожно! Удивительное создание. О, нет! Что он делает? Он хочет закопать нас. В порядке, Брюс? Более-менее. Я не могу использовать маску. Посмотри на приборы. С каждой минутой все тяжелее дышать. У нас неприятности, Мэтт. Температура поднимается, и кислорода совсем мало. Попробуем выбраться. Пора показать этому скорпиону, что мы тоже на что-то способны. Thank you.
чай. О, вот что значит попасть между молотом и наковальней. Ты прав. А вот и кавалерия. Вы опоздали, ребята, и пропустили самое интересное. Мы боялись, что вам будет скучно. Мои глаза не обманули меня. Это зависит от того, что тебе привиделось. Огромный скорпион. Значит, не привиделось. Нет, Тибоб. Ли сказал, что надо вот так. Нужно только подцепить и... Оп. И бросить на пол. Так это же просто! Здесь нужен навык, Скотт. За это время можно умереть от голода. По-моему, я его подцепил, но я не хочу брать его в руки. Ты должен отвезти меня в класс. Я могу всех научить, как эти палочки... О, Тибоб, ты сломал ее. Ну смотри, что ты наделал своими палочками. Уверен, это очень ценная вещь. Извини меня. Ладно, попробую починить. О, нет, не получается. О, я сдаюсь. Пусть так стоит. В общем-то, почти незаметно. О! Скотти, ты починил эту коробку. Это та самая карта, которую искал мой дедушка. Скотти! Карта чего? Она указывает путь к потерянным сокровищам Кублай-Кана. Здорово! Нужно срочно позвонить папе. Скотти вызывает Тендерхок. Вы меня слышите? Папа, ты меня слышишь? Что случилось? Они не отвечают. А это может означать только одно. У них... неприятности. Тибоб, мы должны найти их. Быстро. И не думай. Твой папа велел нам оставаться в доме Ли. Я его не оставлю. Он тоже пойдет с нами. Правда ли? Угу. Я так боялся этого. Эй, подождите меня. Я должен идти с оружием. Господа, эту грязь оставил после себя Мейхем. Мы сделаем анализ и узнаем, где он. Анализ завершен. Подобная почва находится в точке с координатами 39 градусов восточной долготы и 12 градусов южной широты. Хорошо, нам пора расставить свои сети на этого скорпиона. За дело. Думаю, мы на верном пути. Нет, постойте. Осторожнее, Тибоб. Я и так осторожен. Мы проехали. Нужно вернуться обратно и повернуть направо. Давайте так. Я готов. Этой штуки ни за что не сделать из меня отбивную. Сколько можно ждать? А чего мы ждем? Реинкарнации Кублай-Кана? Успокойтесь. Вам, недоумкам, трудно понять, но это интеллектуальный процесс, и он требует времени. Вот так, ребята. Я вижу, что ты не закончил перевод и не открыл вход в пещеру. Да, но... Так открывай! Но... Тебе сказали, открывай. Эту пещеру опасно открывать. Здесь сказано, что сокровище охраняет стража. Доктор Чой, я советую вам открыть вход в пещеру. Давай, старик. Людям Мейхама не страшны никакие стражники. Давай, шевелись.
Я уже слышу, как денежки зовут меня по имени. Вход открылся. Ты как раз вовремя, Шепард. Я бы раньше приехал, но на Китайской стене мне повстречались какие-то умники. И ты отпустил их? По Великой Китайской стене умники не ездят. Если только это маска! Я так и знал, что эти борцы за справедливость последуют за мной. Если хотите сражаться, я вам это устрою! Сначала мы разберемся с нашим маленьким другом. Нет! Ракс, посмотрим, что ты будешь делать, когда упадешь животом вниз. Бластер, на старт! Они ни на что не способны! Придется все сделать самому! А это еще кто? Разберись с ними, Даггер! С удовольствием! О, нет! Боб, мы едем не в ту сторону. Теперь это та сторона. Держитесь, ребята. Может, мне удастся пролить немного света на эту ситуацию. Ультрасвет, на старт. Прыгайте, ребята, давайте. Всем в пещеру! Это приказ! Мэйхэм, скорее! Мы должны последовать за ними! Нет, друзья, я намеренно закрыл вход. У сокровища есть стражники, они сами справятся. Да чего они трусливые? Они уходят. Глупые. Ну ничего, нам больше достанется. Интересно, что это там старик говорил о каких-то стражниках? Не думай об этом! Набирайте сокровища! Скорпионы! Так это и есть стражники! Скотт! Эй, Скотт! Можно и мне послушать? Конечно! Боб, осторожно! Я больше никогда не буду надевать наушники, когда перехожу дорогу. Я ничего не слышу и могу попасть под машину. Ты прав. Я тоже так думаю.